Длина нижнего участка улицы 22-го партсъезда от Новосадовой до Солнечной небольшая, всего 180 метров, но здесь много условий, которые необходимо соблюсти, чтобы выполнить качественную укладку асфальта. Перепад высот, ширина проезжей части, где ведется укладка, примыкание к перекрестным улицам – все это в фокусе внимания специалистов дорожной отрасли. Нужно соблюсти все нормы, чтобы в дальнейшем талые дождевые воды по уклонам легко уходили в ливневки. Чтобы оперативно справляться с задачей, подрядчики привлекли к работе бригаду из 12 человек, 5 катков и 2 асфальтоукладчика и другую технику. Ширина большая и есть ширина узкая. Не совсем удобно собранным укладчиком складываться и раскладываться. Для этого мы задействовали 2 укладчика, чтобы удобно было играть шириной. После реконструкции участок расширен до 4 полос и будет без сужения переходить в улицу Солнечную, что повысит комфорт для водителей. А для повышения комфорта пешеходов контрактом предусмотрено обустройство тротуара, регулируемых пешеходных переходов и разделительной полосы проезжей части, которая уже готова. У пересечения с Новосадовой сделают новый карман для общественного транспорта. Высокая прочность нового покрытия обеспечивается в том числе за счет применяемых современных материалов. Параллельно производятся необходимые работы по подготовке технической документации, проектной документации для возможного ввода нижнего этапа дороги независимо от верхнего, то есть заранее. Что, соответственно, позволит запустить долгожданные автобусные маршруты, избавит граждан от пробок ежедневных, поскольку хотя бы выезд на Новосадовую уже будет обеспечен. Контроль со стороны городского департамента градостроительства организован в ежедневном режиме. Не только на нижнем, но и на верхнем участке реконструкции. Сейчас там идет переустройство инженерных коммуникаций, водопровода, теплосетей и канализации. Ориентировочно уже с середины лета подрядчик приступит к устройству основания дороги. Будет сделана так называемая корыта, начнется укладка песка и щебня по 50 сантиметров, а далее будет вестись укладка нескольких слоев асфальтобетона. Все работы, связанные с благоустройством, необходимо закончить при благоприятных погодных условиях, пока температуры воздуха будут плюсовыми, то есть до ноября. Крайнее время, когда уже будут завершены подключения всех светофоров, опор освещения, установлены ограждения перильные, дорога, конечно, появится пораньше. Но вот объект в эксплуатацию предполагает именно полноценный ее запуск с получением заключения инспекции Государственного строительного надзора и, соответственно, разрешения на ввод от Министерства строительства. Напомним, реконструкция улицы 22-го партсъезда проводится с целью повышения эффективности разгрузки трафика. Проект реализуется по государственной программе региона развития транспортной системы Самарской области и по муниципальной программе сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. После реконструкции дорога станет еще одним комфортным связующим звеном между основными магистралями города – Московским шоссе и улицей Новосадовой. А транспортный узел, учитывая эстакаду, станет еще более удобным. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.